На базе спортивно-развлекательного центра «Сан-Сити» прошел фестиваль по всемирному таэквондо. Соревнования проводились среди детей, кадетов и юниоров. Участники фестиваля соревновались в нескольких категориях, таких как пхумсо – это обязательные комплексы, кируги – это спарринги, а также соревнования по зенита – это электронная груша. В нынешних стартах приняли участие около 200 спортсменов. Это представители таких спортивных клубов, как «Барстек», «Дрим», «Жолборс», «Акшумкар», «Искандер», «Нест», «Сан-Сити», «СДШО» имени Радбека Санатбаева и других. Сегодняшний турнир проводит спортивно-развлекательный комплекс «Сан-Сити». Я являюсь старшим тренером этого клуба. На данном турнире приняли участие более 200 спортсменов. Приехали команды из Казахстана, Алматы, а также Чуйской области, города Токмак. Данный турнир предназначен для сформирования сборной команды спортивно-развлекательного комплекса «Сан-Сити» для выступления на международных соревнованиях, таких как Корея Опен, Монголия Опен и чемпионат Азии среди кадетов. В результате проведенных соревнований среди детей победителями состязаний в своих весовых категориях стали Никита Горшенин, Сахиба Сахиева, Данил Пастухов, Дмитрий Хан и Сумая Алтымышбаева. Среди кадетов отличились Данияр Ескозыулы, Богдан Пягай, Кирилл Якушев, Эвелина Эрнст и Анастасия Бондарь. И в турнире среди юниоров на верхнюю ступень пьедестала поднялись Руслан Садыков, Али Дабысов, Тахмина Маматова, Гульжан Ганалиева и Олеся Патратия.